Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем развивать строительную компанию Йозефа. В прошлой части мы выполнили хардкорные земляные работы, вот такие вот. И теперь нам предстоит разгружать материалы. На данном этапе вот нас просят разгрузить палеты с опалубочными конструкциями, да. Все это дело мы в прошлой части привезли. Так, все никак не привыкну, что на один щелчок колесика мыши сразу приближает полностью и отдаляет полностью. Так, наверное, заедем вот сюда, потому что туда заехать как-то не совсем реально. Точнее, наверное, совсем нереально, да? Здесь вот все это так выглядит, как будто это наша с вами контора. Хотя нет, смотрите, реально туда заехать. Даже вообще без проблем, да? Вот так. Кстати, народ в комментариях вроде бы как не против хардкора такого. Значит, будем практиковать. Игра опять обновилась. Вот не знаю, что там опять добавили или убрали наоборот. Так, это они? Я думаю, это они. Ага. Кстати, по-моему, инерция у груза поменьше стала. В смысле, меньше его колбасит по инерции. Вот и крюк более-менее быстро останавливаться стал. Ну, как обычно, что-то пофиксили. Что-то, может быть, сломали. Не без этого. Но все равно как-то резко все и быстро вот этот кран работает. Мне кажется, он должен как-то помедленнее быть. В настройках бы могли это прописать, как-то сделать. Так, распаковать строительные материалы. Хорошо, давайте сделаем. Распакуем. Во. Залить ленточный фундамент. Вот теперь нам понадобится уже... Так, стоп, а в том грузовике у нас груз не пропал? Вроде нет. Вроде все на месте. А, понадобится теперь бетоносмеситель. И, наверное, все-таки этот бетононасосик, потому что бетоносмесителем вот так вот ездить и целиться вот в эти опалубочные конструкции — такое себе удовольствие. Так, давайте доставать бетоносмеситель, забрать, сесть в машину. Так, хорошо.
И погнали на этот. Вот сюда идти. Кстати, вот последний вопросик, который здесь остался. Я все-таки, наверное, хочу заехать. Заехать сюда и посмотреть, что же здесь такое, чтобы у нас была открыта вся карта. Ну да, это единственный момент, который нам еще пока неизвестен. Но, скорее всего, это заправка. Тем не менее, хотелось бы, чтобы карта была открыта вся. Вернулся. Вот, по этой дороге мы еще не ездили, мне кажется. А может и ездили, но ночью. Ну, в любом случае, симпатичненько. Виды открываются. Да-да, ездили мы здесь ночью. Вот как сейчас помню, вот тут поворачивали мы налево. Хотел между ним и светофором проскочить, не получилось. Так мы с Йозефом в повороты входим. Да, это заправка. Это заправка. Погнали дальше. Метку я не поставил, но я примерно уже сориентировался, куда нам надо ехать. Хотя нет, наверное, все-таки не сориентировался. Или, а нет, все правильно. Все правильно. Это у нас сейчас метка на заправке стоит, поэтому нас и ведут сюда. Они как вкопанные останавливаются. Так, вот здесь же у нас бетон.
Под завязочку набираем. Пригодится еще, если что, для следующих поползновений. Так, и нам вот сюда. Жалко, что светлое время суток тратим на доставку, но ничего не поделаешь. Здесь нифига не исправили. Стоит не легковой, так этот стоит, тупит. Так, еще один вылез перед носом. Ну, друг в друга въехали. Молодцы. Вылазить, да. Так, а вот здесь, насколько я помню, у нас где-то проблема с этим, с проездом на этом мосту или дальше немножко. Там вроде как дороги нет. Вот здесь, да. Так даже ближе, наверное. Я вот сейчас посмотрел, навигатор перестроился. Как будто так даже ближе. Все дорогу уступают. Ну, это понятное дело. Почему? Явно не из уважения, а из страха, наверное. Так. Красота. Тра-та-та. Забрать.
сесть в машину. И на стройплощадку, да. Мне уже маршрут даже проложили. Спасибо им за это. Вот что там на перекрестке стоит, тупит, а? Вот этот что стоит? Знаков никаких нету. Светофоров тоже. Нас вот с Йозефом ничего не останавливает. Даже знаки и светофоры. Делай как мы, да? Хорошо, что по центру для нас полоса есть. Ну да, у нас традиция бетон по ночам заливать. Эй, камера, чё с тобой? Ух ты, мы даже сюда сможем попасть. Это хорошо. Интересно, до туда дотянемся, но вряд ли. Вот это максимальная точка, да?
Ладно. Здесь вот это максимальная точка. И нам не проканает где-то не доделать. У нас хардкор. Правильно? О, это залилась. Слушайте, хорошо. Прям супер. Какая прелесть. %59. Слушайте, а можем ли мы схитрить сейчас? Ну-ка, где у нас поставщик стройматериалов? Сесть в машину. Так, где у нас рюмка для этого? Мне говорили, здесь она, вот она продается. Маленький контейнер для бетона. 2500. Не-не-не-не. Мне один. Один. Так, оформить заказ и настрой площадку. За 375. Мне неохота его возить, ездить. Так, где-то здесь он должен... Вон он где появился. Давайте мы его сейчас переставим. Ближе к крану. Краном подцепим. Потому что я боюсь, туда кран у нас не дотянется. Что-то она маленькая, правда. А большая? Большой разве нету? По-моему, в 15-й версии была больше. Или я путаю что-то? Это прям правда маленькая. Я помню, мы с Борисычем, когда 15-е играли, туда прям помещались во весь рост. Ну да ладно. Так, сейчас мы сделаем вот что. Так. Так, в сторонку. Опять Йося чуть не свалился с этого.
Ну чё? О, пойдет. Почти перепрыгнул. Так, есть контакт. Нет, не надо мне отцеплять. Как мне это самое? Открыть рюмку эту. Поднять, опустить, повернуть, вращать. А чё я? Как? Перспективы камеры, гудок, сброс. Нет, это не то. Ха. Вращать крюк. А, наверное, вот через вот это меню, скорее всего. Да. Наливание, вот оно. Серьезно? Чересчур она маленькая. Ну, лень-то раньше нас родилась. Нам переехать бетоносмесителем, ты что? Проще вот так вот по 5%. Ой. Да выпрыгнешь ты уже, а? Может, там большая есть еще? Да я ее не увидел. Но это как-то правда несерьезно. Раз и все. 73, да, по 5% реально. Ну, 82. Сейчас вообще 4%. Так. А это что? О, заполнение 625. Да, хочу.
Ну, это другое дело. А то что-то уж как-то совсем грустно. Тоже предусмотрели для ленивых, да, такую функцию? Эй, 1%. Ладно. Вылим сюда, чтобы по фэншую все было. Так. О, опять залить бетоном. Вот остатки сюда и выльем сейчас. Так, хорошо. Не пропадет наш скорбный труд. Опс. Бетона насосик наш. Так, а есть тут, интересно, такая функция? Заполнение. 21 тысяча. Что-то я сомневаюсь, что нам столько надо денег. А ну-ка мы переместимся все-таки туда. Так, 21 тысячу с нас требует. Мне кажется, мы столько не платим. Мы платим 1015 или 17, если мы здесь. Так, ну да, 236 за доставку. За такси, да? Так, вон она. Если также 21 будем платить, то ездить, наверное, никуда не надо будет, да? А нет, все-таки 17. Я же говорю, что вроде как мы платили меньше. Так, ну во второй раз мы уже также используем быстрое перемещение все-таки. Блин, вот переместили-то, вот спасибо. Ну, с другой стороны, да, они на дорогу же нас не будут
перемещать. Это мы тут с Йоси наглеем посреди трассы. Встали и довольные. Хотя должно доставать вроде. Да. Намана. Значит, и в рюмку нам по завышенной цене тоже это долбили, судя по всему. 100%. Да ладно. Серьезно? Ну хорошо. Хорошо. Так, а ну-ка. Вот серьезно. И все. А вот, вот отсюда мы можем заснять все это дело. Вот так как-то, да? Раз. Пойдет. Так, все, дальше мы не достаем. Ух, обожаю грязюку развозить. Сколько же здесь бетона уйдет, а? Это вам не коттеджики. Ёлы-палы. Все, заканчивается бетон. Ну... Так-то да. Вот если бы за такси они брали чуть побольше,
то был бы, наверное, смысл ездить самому. Все, на мана. Вот, писали также мне в ВК по поводу вот этого бетоносмесителя. Дескать, чё ты льёшь, не переставая? Друзья, он, если льётся, это не значит, что он расходуется. Вот в чём дело. Больше, чем нужно здесь, он не выльется. То есть, если я буду вот бесконечно сюда лить, 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 оно по факту не расходуется. Он будет расходоваться только там, где он действительно нужен. Вот это такая аркадная составляющая, чему я, в общем-то, рад. Иначе бы у нас бетон вообще улетал. Фиг знает как. И здесь горы бы были, а не ровный слой. Оп, все. 69% мы только залили, да? В 15-й версии вот мы вот такие контейнеры еще возили. Здесь этого, я смотрю, нету, и контейнеровоза нету. Не знаю, может, он кого-то раздражал. Меня не особо напрягал этот контейнеровоз. Дальше. Там мы, допустим, биотуалеты возили. По-моему, генераторы. Или здесь это все еще предстоит? Я не знаю, конечно. Мы-то здесь работаем не так давно. Так.
Эй! Ну-ка, высунься. Блин, кусочек вот этот не получится, да? Он одновременно только работает. А так, чтобы вот среднее колено оставить сверху, а нижнее опустить, такого нету, да? А ну-ка вот так, если... Эх. Оп. Нет? Так это не работает. О, блин. А выше поднимешь, он не будет это самое заливать. Да, он уже красным горит. Еще на один рядочек мы вытянули все-таки хоботочек. Но этого мало будет. Так, еще поднять. И вот эту... Нет. Вот эту опустить. Оп. О, еще на один рядочек, смотри-ка, вытянули. Слушайте, а может и туда он хватит, а? О! О! Йося, ты гений! Эх, 96, 97, начинается хардкор. Будем все эти щелочки замазывать, чтоб тот угол не заливать. Так, боюсь, нам это не поможет. И рюмка туда не дотягивается. Блин, все-таки переезжать придется. А? Так, а может он там 2% проканает, а? Нет?
Вот видите, про что я говорил, что не расходуется, когда мы льем туда, куда не нужно лить. Вот все. 99. Ёлы-палы. Но не дотянется до туда, да? Или дотянется? Эть, и все. Ну, придется отъезжать. Так это в сторону, иначе нам ругаться будут. Уберите. Подвиньтесь. Вы едете не в ту сторону. Может, все-таки как-нибудь это не? Вот можно было бы теоретически вот так вот, если бы нам разрешали с высоты поливать. А в 15-й версии, кстати, разрешали. А здесь, да, здесь. Вон, бетон пропадает куда-то. А ну-ка. О, да. Сумели все-таки. С Йосей мы это дело забаламутить. Так, доставить стальные балки. Это вроде все у нас уже есть. Только отъехать придется, да? О, какой фундамент залили. Остальные балки это... Ага. Это одна у нас здесь, а другая в другом грузовике. Я вас понял. Или нет, не они. Нет, они. Вот две здесь и две там. Так, а вот здесь полезна вот эта скорость крана.
Да, на такие стройки нужно уже не быстро монтируемый такой кран, а серьезный башенный какой-нибудь покупать. Этот вот на коттеджах еще да, сгодится. Здесь он уже под вопросом. Объект такой более-менее серьезный. Так, грузовики нас просят убрать. Разместите колонны, говорит. А вот сюда-то мы и не достанем, народ. Эх, так. Сто семьдесят пять тысяч. Это у нас такой есть, я так понимаю, да? Или у нас вот такой? А, у нас вот такой за 97. За 175. Можешь купить вот такой теперь кран. А это уже башенный кран. Конкретный, но он дорогущий. Давайте брать, наверное. Или же вот такой взять. Вот такой нам пригодится, я помню, на тех контрактах, которые квестовые. Ну, в смысле, по сюжету. Давайте вот такой мобильный кран мы с вами возьмем, а? О! И иначе мы... Нифига до сюда не достанем. А тот кран мобильный, он пригодится, по-любому. Так. Здесь, я так понял, намечается у нас каркасная конструкция. Это центральные колонны, да? Так, до туда мы уже не достаем. Ну, вот эту можем еще поставить. Так.
Но эти проще размещать, чем те же, допустим, стропила. На крыше коттеджей. Потому что здесь такая особая точность не нужна. Вот подвел ее и все. А там нужно еще вращать. Я думал крайнюю поставить. Не, нифига. Только до сюда мы достанем. Так, ну длинный у нас еще вон там он. Рядышком есть. Рядышком с краном. Так что эти мы берем пока. Что-то вырисовывается уже, да? О, как. Конфуз, как Борисыч говорит. Есть. Как закат закончился у нас. Ну, почти. Так, а там еще вот эти вот железные штуки. Это наверняка
жерди, вот перекладины мы будем еще делать. Так, длинную, длинную. А, вот сюда еще сможем одну поставить. Так, все, длинную больше мы не берем. А, и по факту все, мы больше вообще ничего не берем этим краном. Потому что он больше ни докуда не достанет. Так. Сесть в машину. Ну-с. Поехали. Он всеми колесами подруливает. Причем не передними и задними, а вообще всеми. Обалдеть. Так, меня туда ведут. Да, меня туда ведут. И мы с вами поедем туда. Как тут изнутри? О! Какое агрегатище! Серьезный. Такое ощущение, как будто на автобусе еду. Если бы не вот эта стрела. Сидит низко, дорога близко. Ну, по высоте я имею в виду. Так, а вот наша стройплощадочка уже. Так, куда мы можем встать? Так, мы можем ли заехать вон туда? Или вот, допустим, здесь, если я захочу встать. Я достану до туда или нет? Сейчас проверим. А, сейчас скажут, одна опора ниже. Нет? Странно. А обычно на манипуляторе и ругаются. В принципе, мы можем тем краном подтаскивать. Ну, вы поняли, каким. Сейчас проверим реальную длину его. Тьфу, в легкую, да? Вообще в легкую.
Есть. Последние две. Вот. Готово дело. Ну, как я и предполагал. Так, а что у нас еще? Стальная опора, опять стальная опора, стена, крыша. Короче, дел еще не так уж и мало. Давайте попробуем часть с башенного крана установить. Они, по-моему, все одинаковые. До этой достанем. Thank you.
тишина, работаем, как будто медитируем. Нифига, на каком расстоянии схватил. Так, а смотрите, еще не все эти израсходованы, вон, стальные балки. Две еще упакованные остались. Все это последнее, до которой мы достали на этом кране. Так, ну уже конструкция вырисовывается, да? Ага, сел сюда, смотрите, а сидит он реально в кабине именно крановой. Вот в отличие от 15-й версии. В 15-й версии он, по-моему, все время сидел в кабине автомобиля. Нормальный ход. Подвел туда, на другое место совершенно. Отлично. Так, надо фотку сделать хотя бы такого крана. О, пойдет. Есть. Так, народ, предлагаю
продолжить в следующей серии. Вот. Поработали неплохо, но не будем торопиться. Что такое? Опоры заблокированы. Я вообще-то другое хотел. А, в текстуры ушла она. Ну, придется сброс сделать. Иначе беда, беда. Ну, в принципе, здесь он пускай стоит. Автокран этот. Что мы сегодня сделали? Полностью залили фундамент, залили первый этаж, возвели металлический каркас, не полностью, правда, но... Слушайте, а текстура металла, смотрите, где-то с ржавчиной, где-то с грязью, вот, не идеальная, как оно и есть на самом деле. Она еще потом будет грунтоваться, наверное, будет потом краситься. В общем, как мы сегодня поработали, мне в целом понравилось. По этапам давайте посмотрим. Вот 4 этапа мы сделали в общей сложности. 1, 2, 3. И все потом. Так, стальная опора. Дальше стены пойдут. Доставка материалов. Крыша тоже. Ну, мы вроде как все уже доставили. Нам остается только разгружать и все это дело устанавливать. Увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Покупка неплохая. Автокран. Так что пишите, что вы об этом думаете. Все, всем пока.